Привет-привет! Это Уфа. Городской дворец спорта принимает сегодня матч регулярного чемпионата Олимбет молодежной хоккейной лиги между местным Талпаром и Тюменским легионом. Вторая встреча команды в этом сезоне и первая с очень уверенным счетом осталась за уфимцами. Посмотрим, как дело будет вдаться сегодня. Ваши комментаторы Антон Васятин и Артем Батрак. Да, в начале чемпионата в сентябре тогда Талпар приехал в Тюмень и, соответственно, выиграл у Тюменского легиона со счетом 7-0. Причем с каждым периодом забивая все больше и больше, если я правильно помню. Дмитрий Андреев, наставник Тюменского легиона, сегодня произвел одно изменение по составу. Не играет нападающий Станислав Покинько, появляется форвард Лев Пашнин. В остальном те же самые сочетания, которые выступали совсем недавно в Магнитогорске. Между прочим, в последнее время, несмотря на статус команды серебряного дивизиона, Тюменский легион даже с топами цепляется очень достойно. Поэтому я думаю, что сегодня, в том числе вот эти ребята в зеленом, Талпар, будут иметь дело с очень непростым соперником. Матч крайне важный. Владимир Потапов, главный тренер Талпара, на экране. Каждая команда решает свои задачи. Тюменский легион, в принципе, все еще борется, да, за попадание в плей-ин. То есть, первое место, наверное, Тюменский легион не займет в серебряном дивизионе, а вот в плей-ин попасть, в принципе, команда может. До плей-ина им 11 очков, третьим идет Молот, у него 44, у Тюменского легиона 33. Талпар же на границе сразу прямого попадания в плей-офф, Талпар пятый в золоте. Да, поэтому игра крайне важна, разумеется, для обеих команды. Так, поехали. Первое вбрасывание за уфимцами. Сегодня у них появляются в составе защитники Брыкси, Никитин и Белов, плюс нападающий Шейхутдинов. Не играют, соответственно, Балоус, Пижанин, Шерифьянов и Филиппов. Плюс также поменяли вратаря. И в старте сегодня Богдан Выприцкий под привычным 40-м номером. Первое звено на площадке. Прямиков, Переседов, Горшков, плюс Кадыров и Комаров. Но пока эти парни обороняются, поскольку впереди у Тюменского легиона ведущее звено. Лазарь принимает шайбу, сам бросает. И вот, пожалуйста, первый сейв сегодня в исполнении Богдана Выприцкого. Ну, видите, там боролись около борта, там 2 в 2, и шайба удачно отскочила именно гостям. Вот тут вот перехватывает, соответственно, Лазарев, и он молодец, что он успел бросить. Потому что соперник сзади был близко. Он молодец то, что смог попасть в створ ворот, потому что бросал прямо из-под ног защитника. В общем, попал в створ. Первый момент за легионом. Ну и стоит сказать о том, что как раз вот эта тройка, Лазарев, Нагибин, Ганин, которая уже поменялась, одна из самых острых вообще в последнее время. И именно эти парни забили оба гола своей команды в предыдущем матче в Магнитогорске. Пока же Бабенко атакует, продвигал шайбу на пятак без продолжения. Пытается закрыть зону защитник, не удается этого сделать, но уже второй волной пошла атака от уфимцев. Забрались зону без проблем. Попытка дальнего наброса, шайба идет в сторону ворот, вновь подбор за Бабенко. Уходит на левый борт, пытается уйти от Владимира Крикунова, одного из защитников. И тут же шайба уходит на синюю линию. Шумилов, хорошее катание, но дальше пройти ему уже не дали. Ну, вот либо Шумилов, либо Белов закрывали бы зону. Лучше бы закрыл Белов, потому что Белов был праворукий, и он бы как раз этой шайбой просто завладевал, а может быть даже и сразу бросил. Но в итоге он уступил это Шумилову, а Шумилов там пока обработался неудобный. Ну и дальше вы уже видите, чем закончилось, потерей. Подбирают шайбу уфимские защитники. Представлю третью тройку. Это Колесников, Рубцов и Аксянов. Сегодня есть довольно много перестановок внутри звенья. Помимо того, что появляется в атаке Марсел Шерхудинов. Вот как раз у Тюменского легиона не поменялось вообще ничего. И заявлены в третьей тройке Егоров, Грибанов и Пашнин. Как раз Пашнин — это единственное изменение во всем составе. Он играет вместо Станислава Вахинько. Грибанов покатил назад. Успел к шайбе первым Евгений. Такое ложное движение. И как раз он за счет этого смог поймать соперника. Подобрал шайбу. Оставил на партнера. И постепенно выходит четвертая тройка. У гостей это Кацубайло, у Хадеев и Антонов. Но в прошлом матче она была второй. Егоров ждет появления более свежих партнеров. Я так понимаю, появился уже Кирилл Антонов. Но без серьезного продолжения. Забирает шайбу парни в зеленом. И тут же в районе красной линии они ее теряют. Атака в обратную сторону. Попытка броска от Антонова. Но блокирует его защитник. Цубайла. Ух ты, там падение в этой борьбе. Причем остался защитник Талпара, я так понимаю. Ну, там нормально поборолись, ничего такого. В принципе, оба где-то поддерживали соперника руками, поэтому, играем дальше просто. А Клюшка там уж найдет новую. Это правда. Шайхутдинов, Фахреддинов и Кочеров. Четвертая тройка нападения у Талпара. Плюс как раз Цубайла, Ухадеев, Антонов против них сегодня будут появляться. Пока же Перемяков пытается оставить шайбу в зоне. Не получилось это сделать ни у него, ни у защитника. Поэтому и Комаров тоже не смог оставить ее за пределами чужой зоны. Позади, кстати, ровно 3 минуты.
Свой предыдущий матч финцы проиграли дома, авто со счетом 5-6. Но вообще в последнее время, особенно дома, продолжается домашняя серия. Сегодня уже аж 10-я игра подряд на родном льду. И забивает, как правило, у финцев довольно много. 5 ворота авто. Затем, перед этим, вернее, 5 ворота омских ястребов в основное время. Чуть ранее отгрузили 9 белым медведям. Поэтому, так или иначе, сегодня сопротивление у тюменцев будет очень серьезное. Ну да, смотри. 5 омским ястребам, а в первом матче 0 омским ястребам. И то же самое, собственно, было и с белыми медведями. 9 во втором, 0 в первом. А сегодня одна игра. Первая. Намекаешь на то, что не забьют? Не, ну это я не намекаю, потому что вот даже момент так потихонечку начинает вроде как образовываться у Талпара. Ну еще раз, ну Талпар здесь фаворит. То есть да, там и победа нужна и тем, и другим. Задачи еще пока не решены на этот сезон. Но все равно Талпар по понятным причинам фаворит. Но с другой стороны, Талпар нестабилен. Это правда. В плане голов, во всяком случае. А вот тюменский легион неплох в последних играх, учитывая, что там цеплялись, вот только с лисами не зацепили очков, а до этого с чайкой и с лока ушли за пределы основного времени. Это прям очень хорошо для легиона. А этого были и победы, и более того, я скажу, что в матче в Магнитогорске были очень хорошие шансы на очки. Там два раза тюменцы отыгрались усилиями первого звена. Вновь попытка наброса, причем у нас довольно давно уже нет пауз, кстати говоря. Ну, другими словами, в общем, вот сейчас вот этот тюменский легион, это не тот тюменский легион, который можно было наблюдать, ну, вот так вот, несколько сезонов, когда, ну, когда все было прям настолько удручающе, что и смотреть особо не хотелось. Открывается нападающий Талпара, не дошла шайба до Семена Рубцова. Атака в обратную сторону, пока 3 в 3, пас направо, смещение в центр, бросок низом, на месте Выбрицкий. Тюменский легион пока ни в чем не уступает сопернику из золотого дивизиона, а может быть даже атакует и больше. Ну вот, пожалуй, в игре против стальных лисов при формате 5 на 5 была абсолютно такая же игра. А победа острая, тюменцы, по крайней мере, по скоростям и по моментам ни в чем не уступали. Так, ну по броскам вообще впереди тюменцы, это 100%. Да, может там не все они опасные, но постоянно идет угроза воротам. Продолжаем работу. В Уфе сегодня играют Талпар против тюменского легиона. 5-я команда золотого дивизиона против 6-й и серебряного. Как мы уже говорили с Артемом Батраком, и те, и другие, правда, продолжают решать свои задачи на регулярный чемпионат. Да, ну а это вот несколько моментов. Еще раз, не опасные броски, но это игра в чужой зоне. Это набросы, где-то там можно и подобрать. Ну и, кстати, по цифрам пока Артем был прав, уступает Талпар, причем довольно серьезно, 1-4. И это броски именно в створ. Получается, что примерно, ну, скажем так, бросок за минуту есть у тюменского легиона. Это очень достойное начало. Я сейчас вспомнил, что Владимир Потапов к нам ведь на Матч ТВ приходил еще тогда в программу «Континентальный вечер», когда он был тренером «Атланта». Ну так просто вот вспомнилось, да. Атакует тюменцы тем временем Кацубайло. Он был очень заметен в матче предыдущем и недавно перебрался из омских ястребов именно в команду из Тюмени. Кацубайло на пятак, простреливает там без продолжения. Подбор на синей линии. Это уже защитник. И тут же на Кацубайло шайба вновь идет. Знаете, что не первый раз Иван Миледин зону закрывает. Пока позиционная атака продолжается у его партнеров. Иван Миледин вновь подбирает. Пас вперед. Ой, там он забыл крайний Талпар своего игрока, на конкретно Данила Макаренко, который просто один на пятачке был. Ну, там, если бы, смогли. Ну, если бы ему пасы сделали, то тогда, ну, просто было бы очень опасно. Вот пока только один прорывается нападающий Талпар в чужую зону. Тут же подбор, я так понимаю, собираются лидеров прямо сейчас. Тренеры тюменского легиона, потому что на льду уже Руденко, мы видим и Лазарева. Как раз именно Александр шайбу подбирает. В этом сезоне Лазарев один из ведущих нападающих вообще во всей лиге. И забросил 16 шайб, в сумме у него 31 очко. Борьба на пятаке. Не сумел переседов зону здесь закрыть, но партнер это делает за него. Горшков. Перебрался он из второго звена в первое. Сегодня падение после силового приема. Все в рамках правил, по мнению судей. Игра продолжается. Прямиков. За воротом.
Переседок на синюю линию. Василий Шумилов. Через, по идее, через борт, скорее всего, приводил. Через лицевой, но пас не прошел. Это перехват. Тут же атака и вне игры. Поторопился нападающий ведущего сочетания Тюменского легиона. Ну, тут такой сложный вход в зону. Когда тот, кто с шайбой, он как бы немножко подтормаживает для того, чтобы выиграть себе лишнее место там около бортика. А партнер, наоборот, не хочет тормозить. В общем, получается такая разница скоростей, и все это на рубеже синий. Ну и получается, что партнер просто по инерции катит вперед и не успевает остановиться. Зитьков. Пас на партнера Бабенко. Тут уже не самая точная передача. Прямо в коньке они приходят. И, как следствие, удается забрать шайбу Умару Мурзаганову. Много борьбы в нейтральной зоне. И, кстати, уже далеко не первый раз именно тюменцы оказываются победителями. Сзади у нас примерно 7 с небольшим минут. По-прежнему равная в целом игра. Не хватает, наверное, лишь бросков с пятака, потому что в целом-то их довольно много. И, повторюсь, больше у Тюмени. Но пока голевых ситуаций, по-настоящему голевых, не хватает. Бабенко прорывается вперед. Матвей. Тоже один из лидеров своей команды. У него 18 шайб уже, и он лучший снайпер. Руки у парня, конечно, великолепны. Кадыров. Вперед, и давление работает. Едва Евгений Бабулев шайбу не отвоевал. При этом он продолжает поддавливать. Пас вперед неплохо. Это уже хороший вход в зону. Передача налево. Наброс. И это потенциальный голевой эпизод. Ну, я думаю, что это пас был на Семена Рубцова, который не успел к шайбе. Колесников неплохо переводил. Но без броска. По крайней мере, в первой фазе это атаки, скажем так. Сзади ровно 8 минут. Передача неплохо. Это первый голевой эпизод. Еще раз подбор за Колесниковым. Перевод на синюю линию через защитника. Денис Кадыров. Принимает шайбу защитник. Наброс и добивание куда опаснее. По сути, это вновь был Семен Рубцов. Но ни в первом случае, ни во втором преуспеть не смог. Ну, во втором он поспешил, в первом не дотянулся. Ну, и тут главное сейчас не спешить вот с такими бросками. Но тут она еще, ладно, отскочила от громовика. Но вы зажали соперника в зоне, у вас потихоньку пошла смена. И человек бросает от синей линии верхом. Ну, это просто так нельзя делать. Пока финцы очень торопятся. Но, опять же, возможно, это связано с тем, что сегодня, по крайней мере, вот за первые 8-9 минут игры по движению гости вообще не уступают. Они поддавливают, шайбу забирают раз за разом, тем более, что проводят смены. И теперь свежими ребятами покатили в чужую зону. Что и делает здесь Вадим Илхадеев. Оставление Кацубайло, бросок не изом, реагирует Выбрицкий. Уже порядка 5-6 спасений у него за первую половину этого отрезка. Антонов на синюю, Миледин, тот направо. Еще одна передача прострельная. Пока без серьезных угроз в этой атаке. Когда защитник вот такой пас отдает с синей линии через всю зону по диагонали, это говорит о том, что команда не играет просто в хоккей. Это говорит о том, что она все-таки именно играет. То есть пытается какие-то интересные моменты. Да. Потому что, ну, мы понимаем, что в большинстве случаев там человек либо в угол кинул бы, либо там на ворот набросил. Да. А тут это реально была передача. И опять же, мы говорим, что Тюменский легион – команда, которая пока идет, да, довольно низко, да, в серебряном дивизионе, но шансы на плей-ин у тюменцев есть. Правда, конечно, здесь такая ситуация, что нужно и самим стараться выигрывать буквально каждый матч, и еще и ждать ошибок от конкурентов. Ну да, ну 12 игр, 4 золота, 8 серебра, поэтому, в принципе, ну, плей-ин – это не фантастика какая-то, это все возможно. Собственно, поэтому ребята и стараются в последнее время. Данил Аганин. Бывший нападающий омских ястребов. Шайба дисконтролирует. Пытается уйти от защитника. Шумилов играет персонально по нему. Пас на синюю линию. Вновь через игрока обороны. И на сей раз уже не смог закрыть зону защитник Тюменского легиона. Подбор за Толпаром. И постепенно покатили эти парни в зону. Регалиев. Ух ты, падение. Но пока без серьезных даже поводов для судей удаления выписывать. Данила Ганин низом не точно. Нужна уже смена, потому что появились другие лица у тюменцев. Более того, еще и перехват. Это уже Борисов. Оказался первым на шайбе. В зону вошел. Пас на синюю. Бросок будет. Да. И при этом Выбрицкий вновь ставит игру на паузу. Как тебе старт? Да. Да и старт хороший. И продолжение нормальное. И тюменский легион просто радует.
команда играет с преимуществом, команда владеет инициативой, команда владеет шайбой. У Талпара только вот эта одна нормальная атака была. Но тут, когда Колесиков бросал, там вот этот вот пас из-за ворот, он не обманул Громовика, тот не уехал к дальней штанге. А вот потом у Рубцова, когда ситуация была, там он поспешил просто с броском с неудобной. А из-за того, что поспешил, не попал, а так Легион просто лучше. И опять же, это никакая не случайность. Мы говорим на основании последних матчей с участием этой команды. Так что Уфе нужно прибавлять однозначно. Это и пытается сделать тройка Семена Рубцова. Ну, там вот эта серия поражений, которая была у Легиона в декабре, там у команды много болело. Ну, тогда вообще, скажем так, все много болели. Конечно. Но вот на Тюменский Легион это повлияло очень серьезно. Это правда, особенно понимая, что, ну как ни крути, но мне кажется, эта команда очень зависима от ведущего звена. Когда мы говорим про Лазарева, Ганина и Нагибина, это прям лидеры коллектива. Поэтому если у кого-то из них не идет игра, или если их нет в составе, это уже большая проблема. Сегодня они есть. Пока что другие нападающие пытаются атаку организовать, а именно тройка с Грибановым, Пашниным и Егоровым. Потеряли шайбу гостям, но неточная передача. И торопятся раз за разом, уфимцы сегодня торопятся. До конца периода примерно 8 с небольшим минут. Пока счет не открыт, 0-0. Тут же следует вброс. Денис Кадыров. Первый на шайбе выбрасывает ее из зоны. И не более того, то есть просто выброс. Хорошо еще, что это не проброс. Хотя бы, да. По крайней мере, позволил партнерам поменяться. Да и сами, думаю, тоже. Лев Пашнин только что был на ваших экранах. Сегодня он появляется в составе. И за 21 матч пока очков не набрал. Оставление, попытка броска, шайба летит бабочкой, но в створ не пошла. Меледин подбирает ее защитник, выводит из зоны, и более того, даже это будет контратака. Илья Кацубайло, есть шанс для броска, он им пользуется, бросает Кацубайло, но реагирует голкипер Талпар. Мне все понравилось, как сделал Илья Кацубайло, потому что вот этот вот бросок в ближний угол, он всегда, мне кажется, опаснее, она могла там под мышкой пролететь. Продолжаем следить за матчем между Талпаром и Тюменским Легионом, который сегодня проходит здесь, в Уфе. Вот момент, вот бросок, видите, она прям летела в ближний угол, то есть не в девятку, чуть пониже. Я бы, конечно, вообще бы еще бы ниже бросал, вот там, скажем, чуть выше щиточка, да, пониже блина. Но здесь было четко видно, куда целился Кацубайло, и он в целом попал туда, куда и хотел. Просто другое дело, что Выприцкий четко сыграл. Ну, а почему Кацубайло не сыграл там направо или назад? Ну, а что, 3 в 3 бежали, у него было место и время, у него была скорость. Причем тут еще ведь сил броска, она в том числе и от скорости зависит, с которой вы вкатываетесь в зону. Ну и он, мне кажется, правильно все сделал, что бросил самостоятельно. Как раз Илья Кацубайло, кстати, один из самых бросающих форвардов после перехода из омских ястребов. У него очень увеличилось игровое время, соответственно, изменилась роль. И в первом же матче против красноярских Рыси он оформил дубль и при этом бросил в створ 9 раз. Так что сегодня, я думаю, что тоже мы будем вот такие моменты с бросками от него видеть постоянно. До конца периода чуть более 7 минут. Пас на синюю линию через защитника Руденко. Принимает ее, бросает и без проблем не первый раз уже вылавливает подобные броски. Богдан, выпрыск. Ну, такие разминочные. С другой стороны, а вот что делать, да? Конечно, лучше набрасывать на ворота. Это как минимум вариант продолжения атаки. Ну, а максимум вообще, ну, чисто теоретически, вдруг вот она зайдет, вот такая. Скажем так, в худшем случае это все равно вбрасывание возле чужих ворот. Вот и все. И что в этом эпизоде и произошло. Продолжается игра. Выигрывает вбрасывание уфимцы. Пас направо. Тут Галиев с трудом, но тем не менее смог ее принять. И более того, даже выводит из зоны шайбу уфимцы. Это контратака. Бабенко на ход Галиева шайбу адресует. Бабенко и бросал в итоге Галиев. Вновь Бабенко в сторону партнера. Здесь без продолжения. Хотя открывался тоже, в принципе, Сидоров неплохо. Сегодня вот такую тройку собрали тренеры. Талпара, Галиев, Сидоров и Бабенко. Хотя в прошлом матче Бабенко был вообще в четвертом звене. Местами появлялся и в первом в этом сезоне. Но опять же, это лидер команды. Лучший снайпер. Быстрый вход в зону. Борисов прорвался, ищет варианты. Пока его прижимают к борту оппонент. Тут же подбор за партнером. Перевод на синюю. Бросок не получился. Но шайбу нужно было оставлять. Не получилось.
Постепенно меняются уфимцы. А вот Галиев катит с Главенко в чужую зону. Есть бросок. И прямо в эмблему Тюменского легиона шайба летит. Интересно, почему Умар Мурзаганов испугался и не пошел закрывать зону после того, как Макаринг не смог бросить? Наверное, просто потому что это нападающий, который оказался на синей линии и, правда, перепугался, может, чуть-чуть, что там лишний шаг вперед сделать. Ну, а вот хорошая атака, это, наверное, первая прямая вот такая хорошая атака Талпара. Одна была позиционка нормальная, но вот до прямой атаки дошло дело. А помнишь, что вообще последние годы не часто Тюменский легион побеждает в матчах Талпара? Последняя победа датирована декабрем 2018 года, но была она как раз здесь, в Уфе. Тут же атака от уфимского клуба. Тройка Рубцова впереди. Наброс в сторону партнера. Шайба остается в зоне. Шумилов на центр и без продолжения. Более того, даже это еще и перехват. Однако дорабатывает Василий Шумилов в нейтральной зоне и сразу поехал меняться. Только, по сути, пускай шайбу потерял, но хотя бы в дальнейшем свою ошибку он исправил. Колесников падение, и это первое удаление за подножку. Еще и, кстати, клюшка влетела у игрока Талпара. Даже забавно как-то получилось. Скоро поймем. Что именно получилось? Как клюшка улетела, я просто не понял. Вообще был другой человек, да. С ударением, да, все понятно? Да, с ударением, конечно. Неаккуратно. Неаккуратно. Просто с другой стороны, я обыгрывал Сергей Колесников. Хочу сказать, что неплохо. То есть, когда ты вот так вот убираешь... Но, то есть, ты слишком сильно меняешь направление шайбы и там не попадает соперник, попадает тебе по ногам, в общем, под ножку. Бесспорно. В большинстве Талпар занимает 10 место в этом сезоне. 36 шайб, примерно каждое четвертое большинство заканчивается взятием ворот. Это очень неплохо. И, кстати, вообще два человека на скамейке у Тюменского легиона. Потому что еще и Илья Ильин оказывается. Так, стоп. Илья Ильин, удаление, видимо, за подножку. Да, тут еще одно удаление вот где-то было. Я тоже не очень понял. Возможно, это как раз за момент, когда клюшка вылетела. Улетела. Да. Разберемся. Пока 5 на 3. Тут же бросок следует, пока не точный. При этом Тюменский регион занимает 10 место в МХЛ по игре в меньшинстве. Тоже очень достойно. Процент выше 83. Открывается Бабенко, пас идет на пятак, не дошла шайба до Михаила Переседова. Бабенко сам заряжает, реагирует даже не вратарь, а полевой игрок. Это Лазарев, и он остался без клюшки, более того. Ну, кстати, похожие моменты, которые вот был только что у Талпара. Комаров заряжает, игра продолжается до конца периода, чуть более 5 минут. Вновь Комаров. Александр Налево. Бросает партнер Бабенко, и теперь прямиком в ловушку шайба прилетает. Вообще давненько мы не говорили про сейвы Егора Громовика сегодня. Ну, Бабенко тут решил бросить. Вообще, конечно, да, когда ты лучший снайпер команды, то ты, наверное, будешь вот в таких ситуациях. Вот, да, ну, конечно, это вот второе удаление, то, что ты и сказал. Ну, мы в этом году, в этом сезоне, точнее, видели, как три удаления было в одной смене. Марк Барберио, Барберио, Динамо, да. Ну, он один человек вообще три удаления схватил. Уникально. Да. Но зато какие воспоминания будут потом, по окончании карьеры. Атакует Талпар еще раз, вновь наброс от левого края. Шайба остается в игре, но на сей раз ее прижимает ко льду Егор Громовик. Это, скажем так, мне, может, и не очень нравится, как Талпар вот это вот 5 на 3 разыгрывает, но, знаешь, бывает и намного хуже. То есть бывает, когда команда не знает, что вообще ей делать. Здесь у нас нет какого-то выдающегося розыгрыша, но есть хотя бы простые решения, это вот броски. То есть раз вывели, не выдумывая, поворотом. Потом опять вывели, не выдумывая, поворотом. Тут просто по теории вероятности, чем больше бросков подобных, тем выше вероятность гола. Галиев дальний угол метил, не попал в створ ворот. И партнеры его уже зону не закрывают. На реализацию большинства остается примерно 55 секунд. Василий Шумилов вошел в зону. В этом сезоне тоже здорово играет, в том числе при игре в большинстве. И забил 3 гола из 6 именно в этом формате. Меняются позициями уфимцы. Шумилов принимает прострельная передача, и там было подставление. Это опасно. Перевод на синюю. Эрик Галиев. Напомню, что это нападающий. То есть пока что у уфимцев 4 плюс 1 в этом большинстве. Пас на левый круг вбрасывания. Пока без бросков. Рубцов. Шумилов. 20 секунд. Шумилов направо. Эрик Галиев. Вот теперь бросков нет. Разыгрывают до верного. Есть бросок, но с острого угла. И без проблем реагирует Егор Громовик. Закрывает зону защитника. Эрик Галиев принимает прострелы. И вновь низом бросок.
раз за разом угрожает Уфимс чужим воротам. Пас на синюю, и сразу вдвоем они выскочили. И еще и переклад, возможно, будет, да. Выбрасывают шайбу тюменцы, и они смогли это оборонять. Но вообще за счет вот этого большинства так количественно в плане бросков, может, Талпар даже и вперед вышел. Не исключено. Как мы уже говорили, долгое время в этом плане Тюменский легион был впереди. Но прямо сейчас, опять же, возможно, цифры какие-то допишут. 8-8. Пока что равенство. Очередная атака от уфимцев начинается из своей зоны. Рубцов. Пока не спешит. Семен Рубцов, автор 25 баллов в этом сезоне, в том числе 10 шайб у него. И, кстати, 6 из них были в большинстве. И в большинстве он тоже появлялся. Рубцов впереди. Обыгрывает его Руденко. Привод по ближнему борту. И постепенно, шаг за шагом, тройка номинально четвертая сегодня во главе с Антоновым отправляется в чужую зону. Но, возможно, хотя бы за счет большинства, по крайней мере, и по броскам, и по движению, и по владению шайбы, уфимцы подравняются. Еще одна атака. Бросок в ближний угол. Реагирует Громовик. Между прочим, один из лучших вратарей МХЛ последних лет. Колесников. Пас вперед. Позиционная атака. Перевод на синюю линию через защитника. Это же Зитьков. Один из 17-летних защитников в составе Талпара в этом сезоне. Да, конечно, насколько большинство вот это вдохнуло жизнь в Талпар. Так часто и бывает. Тем временем Антонов убирает под себя, бросает и забивает. 1-0 Тюменский легион. Ну что же, вот видите, как Талпар не смог, а Тюменский легион убежал вдвоем против одного. Смотрите, Антонов, он оценил ситуацию, он понимал, что партнер, который там правее бежит, он не уходит от соперника. И он в итоге попал туда, куда не попал Кацубайло. Как раз под мышкой отправил он шайбу. Но Антонов до этого бросок немножко спрятал. Немножко он поменял точку, с которой он будет бросать. И когда ты даже вот это вот меняешь, там 20-30 сантиметров в одну, в другую сторону вратаря, уже все равно приходится подстраиваться. В общем, он усложнил этот бросок. Он хорошо бросил из-под защитника, и она зашла. Впервые за 4 матча забивает Кирилл Антонов. У него 6-й гол в сезоне и 5-й при игре в равных составах. 1-0 его команда впереди. Но опять же, наверное, если брать в целом первый период и именно игру в формате 5 на 5, то это неудивительно. И тут же Галиев перекладину шайбу отправляет. Вау. Могли сейчас уфимцы вполне быстро ответить, причем красиво. Здесь нет ни игры, но и контроля тоже не остается у тюменского легиона. Так или иначе, наверное, свою задачу тюменцы уже выполнили на первый период. И если им удастся такие цифры сохранить, то это будет потрясающий результат. До конца периода, имею в виду. Ну, понятное дело. Тут я так понял, что она Громовику в шлем прилетела вот после вот этого броска Бабенко. А, ну, конечно. И видите, она в шлем попадает, все равно ты сразу не соберешься. То есть он понимал, куда она отскочила, он понимал, что нужно делать, но стряхнула чуть-чуть вот этот вот бросок Бабенко, и дальше была перекладина. Пас на пятак с неудобной руки бросает Данило Гианин. Опасный эпизод. Это уже Руденко. Отбрасыванием пока 10-2. Только он поспешил. С другой стороны, я прекрасно понимаю, как ты привык, что на пятачке тебе вообще не дают времени. А тут оно было. Ну и плюс понимаю сейчас гости, что соперник дает шансы в принципе. Надо им пользоваться. И пас на синюю не прошел. Кстати, записали одного ассистента в случае с голом Кирилла Антонова. И это тот самый Илья Кацубайло, который чуть ранее в похожей ситуации тоже мог счет открыть. Артем Нагибин продвигает вперед шайбу на партнера. Данила Ганин. Очень здорово играл за омских ястребов в прошлом сезоне, в том числе забивал в даже серии против Красной Армии в полуфинале. Ганин. Падение в борьбе за шайбу возле борта. Тут же силовой прием помогает ему партнер. ССК Ганина и Лазарева играет, по сути, ну, практически без изменений в этом звене за весь сезон. Перевод направо напрашивается. Он есть, и это гол! 1-1. Талпар все-таки быстро цифры подравнивает. Александр Комаров. Скажу так, я начал улыбаться, когда еще Талпар входил в чужую зону. Я объясняю, почему. Потому что, ну, просто было четко видно, что вот то, что случилось здесь, это какая-то невероятная ерунда от Тюменского легиона в обороне. Потому что
как-то все никуда не успели, и это был выход практически 3 в 0, а завершил Александр Комаров. Это вообще защитник, который просто подключился в атаку. Ну, то есть, вот такой гол, знаете, Талпарт, в принципе, все равно. Тут команда сравняла счет, но вот Тюменский легион два раза после того, как открыл счет в матче, ошибся прямо перед своими воротами. Один раз простили в перекладину, но тут уже все. Александр Комаров в этом сезоне играет за разные команды, и тут же еще одна ошибка. Знаете, вот свой пятак начал Тюменский легион неожиданно в последние 2 минуты просто отдавать. И при этом звучит сирена, которая отправляет команду на первый перерыв. Равная игра, но и в целом, наверное, вполне закономерный счет по итогам первого периода. Пока 1-1.
Возвращаемся в Уфу. Сегодня здесь играют местные Талпары, Тюменский Легион из Тюмени. Матч регулярного чемпионата Олимпиады МХЛ пока 1-1. И именно гости, которые сегодня явным фаворитами не являются, смогли счет открыть. Это сделал Кирилл Антонов, забивший ближе к концу 18-й минуты периода. Здорово сместился и бросил прямо в ближний угол ворот Богдана Выпрыцкого. Это 1-0 в пользу Тюменского Легиона. Но чуть позднее, примерно через минуту, может быть, чуть больше времени прошло, забивает Александр Комаров. Явный провал в обороне у Тюменского Легиона. И, как следствие, 1-1. Рубцов ассистент, Комаров автор гола.
Я думаю, что в этом матче случилась классическая история небольшой недооценки команды золотого дивизиона, команды серебряного. И плюс отпечаток наложился наверняка того матча, который в сентябре был. То есть, конечно, его игроки, скорее всего, забыли, но так, знаешь, все равно встретились в конце чемпионата. А как мы там сыграли в сентябре? А, 7-0, да еще и на выезде. Ну, тогда мы и сейчас, наверное, как-то сможем легко. А легко не получилось. Тюменский легион очень был хорош в этом периоде. Тюменский легион 18 минут играл замечательно в хоккей, но последние 2 минуты просто испортили все. А могли испортить и вообще... Все могло быть еще хуже, потому что... В принципе, за последние 2 минуты Талпар мог забивать 3 гола. Вполне. То есть получается, что у нас 18 минут очень качественной игры от Тюменского легиона. И сразу после гола Антонова все резко изменилось. Да, этот гол стал таким катализатором и показателем того, что... Ну, как бы здесь сегодня легко не будет, и, видимо, Талпар, наверное, это понял. Ну вот посмотрим сейчас второй период. Если, опять же, Тюменский легион сможет вот так же контролировать шайбу, то у них все может хорошо закончиться сегодня. Но если Талпар наконец-то начнет играть, как он и должен, как он и умеет, то Тюмень будет намного сложнее. Продвигает шайбу вперед Лукимцев. Пока без продолжения. Тройка Горшков, Переседов и Пермяков на льду прямо сейчас. После против сочетания Нагибина, Лазарева и Ганина. После Комарова. Как я уже говорил, в этом сезоне защитник играл и в КХЛ, и в ВХЛ. Ну и в МХЛ появляется нечасто. Все-таки у него уже последний сезон на этом уровне. Игрок 2002 года рождения. И вот теперь возвращается в МХЛ и забивает довольно важный гол по такой игре. Тут же продвигает шайбу вперед гостем. Не удается устоять на коньках защитника Владимира Крикунова. Вообще, в предыдущем матче он был одним из наиболее активных и постоянно лез вперед, подключался, шайбу двигал чужим воротам. И в этом отношении, конечно, пара Руденко-Крикунов выделяется относительно многих партнеров по команде. Громовик сыграл клюшкой. Владежи первая минута этого периода. И появляется второе звено на льду у Тюменского легиона. Марзаганов делает пас вперед. Бабылев. Не прошла передача, поэтому перехват своевременный от уфимского Талпара. Галеев на правый край. Помогает ему партнеру такой соорудить. Контроль Бабенко продолжается. И вновь, возможно, мы увидим долгий отрезок без пауз. Бросает Бабенко, но попадает соперника. При этом тут же его партнер вступает в отбор. Это уже Сергей Колесников на подаче третьего звена. И еще один бросок. Дважды выручает Егор Громовик. Мне очень понравилось сейчас Сергей Колесников, как действовал. Ну, во-первых, он смог вылезти на ближнюю штангу и смог бросить неудобный. Предварительно он поднимает клюшку Макаренко, отбирает шайбу и дальше уходит. Но он ведь помимо первого броска еще и второй нанес. И оба в створ были из близкого расстояния. Прям хорошо все сделал Сергей. То есть он момент создал сам для себя. Сам же его и завершал. 8 шайб в активе Колесникова. Об этом регулярном чемпионате, но и тем временем игра продолжается. Как раз его звено в полном объеме, скажем так, появилось уже на льду в привычном виде. Пас за лицевую линию. Но здесь, по идее, должны успеть все-таки защитники Скурихин и Ильин. Как раз те самые, которые одновременно удалились по ходу одной смены. И вот, наверное, как раз в формате 5 на 3 более-менее уверенность, шайбу и голевые моменты почувствовали уфимцы. Так что большинство, кстати, здесь тоже был крайне важный фактор к небольшому перелому по первому периоду. Пускай даже после этого меньшинства забили именно тюменцы. Без броска Скурихин на ближний борт. Шайба доходит и доходит даже до партнера. Более того, даже контратака получится здесь. Напрашивается передача. Есть бросок. Бросок в ближний угол. Угрожал на сей раз Лев Пашнин. И это его первый бросок в сегодняшней игре. Егор Егоров пропускает шайбу. Ну и соперники ее без проблем забирают. Делают это Дамир Фахреддинов, нападающий 4-го игрока нападения. Шахудинов и Кочеров, партнеры в атаке у него. Тут же вышли из зоны гости. Попытка передачи или броска. Скорее всего, это был пас, который на Антонова не прошел. Комаров. Активное давление. Неплохо играет здесь Антонов. И, по крайней мере, не позволяет быстро выйти с шайбы из зоны. Только через подобный выброс. Но финцы это сделать смогли. Играть, говорят, можно судим. Игра, правда, продолжается. Тут же перевод налево. И неплохо, кстати, играл в первом периоде Кацубайло, у которого была голевая передача. И бросок тоже один очень хороший. Но это Вадим Лухадеев.
Так, интересно, какой момент в повторе будет, но я надеюсь, вот на ситуации с Пашниным нет. Вот это нам показывают. Здесь, мне кажется, вот это хороший момент. Причем Пашнин ушел в средней зоне от соперника, знаешь, он вообще его не заметил. То есть он просто его объехал как вот стойку. Скорость у Пашнина замечательная. Он ничего, знаешь, лишнего не сделал, никаких движений. Он просто бежал на скорости и по максимально удобный для себя, по его мнению, траектории, доехал до чужих ворот. Не стал делиться ни с кем шайбой, правда. А ведь еще пару лет назад он игрался с теми Салавата Юлаева за школьную команду, но в ФМ, судя по всему, не пригодился. По-прежнему ждем его первого гола и первого очка на уровне молодежной хоккейной лиги. Силовой прием и не удаление Литамни. Все чисто, игра продолжается. Пас на Лазарева не прошел, хотя Александр сам по себе открывался очень здорово. Тут же отвечают хозяева площадки. Перевод назад. Переседов, Пермяков. Вновь Переседов. Ищет варианты. Пока без бросков. И, кстати, нужно успеть за этой шайбой, что, в принципе, и делает игрок Толпара. Ну, от Пермяков он атаку на свои ворота просто сейчас сделал практически вдвоем против одного. Если партнер не успел, там вообще беда могла бы быть. А что здесь? Бабенко пытается обыграть и обыгрывает, но бросить не дают. Отыграли команды в этом периоде около 4 минут. Пока те же цифры 1-1. Благодаря голам Антонова и Комарова еще в конце первого периода. Шумилов ушел от соперника, а далее простреливает прямо через крюк оппонента. Но все-таки уже далее доходит шайба до Алексея Шинаурина, который сегодня играет, и вся его тройка вообще играет не в четвертом звене, а во втором. Шинаурин, пас налево. Марзаганов раскатывается вновь, причем рискует, наверное, но иногда такой риск бывает оправдан. Однако не в этом моменте. Эрик Галеев. Скорости не хватает, делает пас назад, пока без броска в створ ворот, попытка была. Галеев назад. Подключение защитника, это Зитьков. Кстати, ушел от соперника, пошел дальше. Но нужно продвигать шайбу на партнера. Открылся Галеев, принял шайбу. Еще минуту команды провели на льду, пока без серьезных угроз для ворот. Но, тем не менее, я думаю, что постоянно находится в таком напряжении. И оборона Тюменского региона, и вратарь Егор Громовик. Бабенко принимает, вмещается, бросает Бабенко, и мы знаем, что он забивает с подобных точек умеет. Ну, опять немножко похрустывает оборона Тюменского легиона, вот прям как в концовке первого периода, потому что там разрешили переседовать, тут разрешили Бабенко выскочить на пятачок. Матвей Бабенко один из самых острых нападающих в составе своей команды. 31 матч, 25 баллов. Ну и смотрим момент при его участии. Ну да, я говорю то, что разрешают, позволяют выскакивать на пятак. При том, что, ну, как бы игроки Толпара ничего прям супер сверхъестественного не делают. Просто едут туда. И обыгрывают. Обыгрывают. Слушай, ну, никакой подстраховки не было. Ни в первый раз, ни во второй раз. То есть, типа, если что, мы играем каждый с каждым, одного обыграли и тот нам забивают, то вот конкретно ты виноват, так не будет работать. Подстраховка пока, глядя на эти моменты, лишь одна. Егор Громовик, он продолжает свою команду подтаскивать. Напомню, что один из самых побеждающих вратарей за последние пару сезонов на уровне молодежной хоккейной лиги. И, разумеется, это последний сезон здесь. Так что для Тюменского легиона это, без преувеличения, настоящая звезда. В прошлом году выиграл 30 матчей в регулярке, до этого то же самое. И в сумме уже под сотню побед у него на уровне МХЛ. Борется по-прежнему Пашнин. Ну, я думаю, так Громовик, что это на будущее в Рубин, наверное, как-то так должно это быть. Вполне возможно. И как раз по ходу недавнего эфира я сравнивал Громовика с вратарем Назаровым из Рубина, который тоже низкорослый, но играет давно в Рубине, играет на очень хорошем уровне. То есть в теории, я думаю, что вот заменить со временем, почему нет? Это вполне возможно, я думаю. По крайней мере, наверняка у клуба подобные планы имеются. Слушай, а его, по-моему, лучшим вратарем назначили в Всероссийской хоккейной лиге в прошлом году. Так Рубин и выиграл. Поэтому я знаю, да, что Рубин выиграл. Но я просто с Александром Трушковым разговаривал, да, как летом там потом, потому что он тоже был одним из претендентов. Там, по-моему, Назаров выиграл. Продолжается у нас встреча Толпара и Тюменского легиона. Ты знаешь, сравнение хорошее. Я потому что вспоминаю Назарова, реально-то невысокий. Но играет здорово.
Поэтому понятно, что вратарям низкорослым на уровне даже КХЛ не всегда легко, а скорее даже тяжело. Но в ВХЛ пробиться и стать звездным вратарем по меркам этой лиги вполне реально. И у Кореев целовать он играет. Но это скорее исключение из правил, понимаешь? Также можно и Мецела вспоминать, зная слова. 13:45 до окончания периода. Покатил Бабенко. Передача, но без броска Галиева. Вот вы знаете, это опять что-то просто невероятное сейчас случилось у Тюменского легиона в обороне, когда, ну, два человека. Просто если бы вот шайба просто чуть-чуть не подпрыгнула или чуть-чуть лучше отскочила, вдвоем против одного громовика бы побежали. На твой взгляд, это следствие какого-то давления Талпара или, напротив, думаю, что... сами ошибаются игроки Тюменского региона? Да, это какая-то просто неразбериха и все. Что в том случае, в конце первого периода, что сейчас. Ну, просто серьезно, как непонятно. Понимаешь, моменты нелогичные, они не хоккейные абсолютно. Согласен. Они просто не хоккейные, поэтому... Да, что? Это точно не Талпар, но потому что Талпар побежал что вперед как-то прям быстро, агрессивно. Да нет. Ну, небольшой перелом, если и случился, то после того, как было два удаления у Тюменского региона, Скворихина и Ильина. Но все это в прошлом. И приближаемся мы постепенно уже к середине этого матча. Пока 1-1. Борьба за воротами. Помогает Комаров, продвигает шайбу дальше. Сам пытается открыться, но партнер бросает низом и реагирует Громовик. Белезин из своей зоны, с неудобной, причем самое главное, что не на проброс. Так что я думаю, что хотя бы кто-то из партнеров поменяется. Да, скамейка дальняя, но там кто-то покатил. А вот Белезин все еще в зоне. Там же, кстати, уже и первая тройка во главе с Переседовым. Михаил делает пас вперед на партнера. Артем Горшков падает в борьбе с Лазаревым. Прямиков, передача, Горшков. Много клюшек, мало пространства. Все это мешает, разумеется, Талпару. И пока без серьезных бросков, только издали, да, но это не самый опасный момент. Комаров сыграл клюшкой, а вот соперник был чуть ближе к шайбе и смог ее вынести из зоны. Но тут же ответ Сергея Колесникова. Пошел вперед Колесников и здорово играет клюшкой уже Владимир Крикунов. Я отмечал его постоянные проходы в чужую зону с контролем шайбы в последних матчах, но здесь и в своей активно сыграл клюшкой, и этого хватило. Вновь Крикунов. Здесь уже не получается быстро избавиться от шайбы. Позади в этом периоде 8 минут. Хорошая передача. Очень длинная и точная по чужую синюю. Тут же Лазарев принимает, бросает. И какой момент. Впервые за долгое время едва не удалось забить Тюменскому легиону. Ведь впереди-то был никто иной, как Александр Лазарев. Один из лидеров команды. Так, ну по моментам, собственно, поехали. Бросок Филиппа Пермякова, но он уже второй раз, только за второй период бросает с отрицательного угла. Первый раз было прям совсем плохо. Доставляется шайба постоянно до громовика, не всегда супер опасно, но до него она доходит. Я сейчас, знаешь, что подумал, что так. Лучшим вратарем прошлого сезона, наверное, был все-таки Денис Костин даже. Как раз Костин и Назаров соперничали, да, в финале ВХЛ. В общем-то, это не имеет значения. Самое главное, что мы с Артемом, разумеется, надеемся, что Громовик со временем, ну, хотя бы в ВХЛ сможет показать себя на очень хорошем уровне. Тем более, что в МХЛ он играет великолепно. Это правда. Первый на шайбе защитник Талпара – это Михаил Зитков. И вот направо постепенно продвигается атака четвертого звена. И падение, нет ли там нарушения правил. Вот такой момент довольно любопытный. Но, возможно, в повторе мы его еще увидим. Пока игра продолжается в формате 5-5. Без клюшки остается нападающий Талпара. И, кстати, удаление, причем на сей раз. А вот у кого? Потому что не очень я успел разобраться в этом эпизоде. Ну, я это видел так, что руки высоко поднял Ришат Хусаинов. Да, но почему-то меня запоехал вратарь Громовик. Вот это меня удивило. Ну, так все правильно. Хусаинов поднимает руки, нарушает правила, и Громовик едет меняться. Отложенное у... А, пострадал-то ведь игрок Тюменского региона. Да, просто... Да, все правильно тогда. Тебя смутило просто то, что свисток прозвучал, да, когда шайба была, да, у белых. Да, да, смотрю, вроде поехал шайба. Там просто что-то типа потасовки начиналось, поэтому, мне кажется, судья и свистнул. А так, вот, на мой взгляд, вот, без повтора Хусаинов поднимал руки очень высоко и попал по Макаренко. И, возможно, это первое удаление сегодня для Талпара. Вопрос, сколько? Да вообще вопрос, там ли удаление, потому что, видишь, как оно может быть и в другом месте, но мне кажется, что да. Мне кажется... Тут смотреть. И, кстати, в МХЛ
Ну да, все понятно. И вот я уже неоднократно отмечал, что в МХЛ судьи очень часто подобные моменты смотрят. Вот в отличие от КХЛ, на моей памяти, буквально в каждой игре, что я комментирую, всегда это происходит. И это правильное решение. Ну, это просмотр на... Там, как сказать, на предмет наложения большого штрафа. Подождите. А почему-то, если предмет наложения большого штрафа, это что тогда? Удар в голову? Потому что это может быть и высоко поднятое, в принципе. Вообще, в теории могут и отменить удаление. Ну, нет, там... Ну, вот, я понимаю, да, что не отменят, но в теории это может произойти, я к этому веду. Что после просмотров иногда понимают, что да, ничего не было на самом деле. Здесь же удаление, скорее всего, будет. Вопрос, за что и сколько? Ну, видимо, все-таки, наверное, удар в голову. Но, на твой взгляд, но, тянет ли это на 5 минут? Ну, там лицо разбито у Макаренко. У него кровь, ссадины и так далее. Ему клюшкой дали в подбородок. Аргумент. Вон, смотрите. Ну, то есть, руки Хусаинов поднимал. Ну, то есть, да, в какие много ситуаций, когда оба поднимают руки и встречаются руками, и тогда, ну, играем дальше, хорошо. Но здесь Макаренко их не поднимал и достался ему по лицу. Собственно, с другой стороны, ему и досталось по лицу, потому что он руки не поднял. Вот, но... Надо было поднимать. Ну, ты знаешь, тут он, по идее, большинство для своей команды. Причем явно не маленькая. Да, ну какой ценой, конечно. Я надеюсь, что он сегодня появится на льду. Так, интересно, там справа монитор, а смотрит в ноутбук. Пока по броскам в створ ворот 5-4 на старте этого периода, по вбрасываниям 3-2. Все это в пользу уфимского Талпара. Так, ну еще раз, так. Я надеюсь. Да, вот. Ну вот он вбросил и бам! Ну, конечно, куда это? Очень жестко. Даниил Макаренко. Ну тут главное, чтобы у него, видишь, там и губа еще, и подбородок. Я вот не знаю, мне кажется, что если Садыков и Сафиулов увидели вот два повтора, которые видели мы, то они уже просто должны моментально принимать решение в этой ситуации. Решение имеешь в виду 5 минут? Ну еще раз, я просто, смотри, вот, да, именно так и поднял руки Хусаинов. И, понимаешь, объявление-то было какое? На предмет наложения большого штрафа. Значит, ну, большой штраф это 5. Соответственно, с вариантами. Ну, видимо, значит, это удар в голову. Но так, как может быть, как и высоко поднятый, вот, серьезно. Об этом и речь. Но тогда не большой штраф, а двойной малый. 5. Все. Да, ну, я говорю, удар в голову смотрели. Смотрели и высмотрели. Заканчивается игра для игрока Талпара. Поэтому без защитника Решета Хусаинова придется действовать в дальнейшем. Но это очень юный игрок, ему всего-навсего 16 лет. И это, скорее, больше, знаете, урок на будущее. Понятное дело, что не было желания, но так получилось. Знаешь, сейчас в чем дело? Ты видишь, он в маске играет, а Макаренко играет без маски. Вот я когда снял визор, надел визор, да, снял решетку, я только в тот момент понял столько нюансов и где должна располагаться клюшка и так далее. Серьезно, там вот это понимание приходит очень быстро, когда ты понимаешь это все, когда ты принимаешь это на себя. И он, ему еще 16, он в маске, и вот так бы он там своей попал кому-нибудь. Ну и что? Ну получил бы 2 минуты, да? Совершенно другое. Привыкать нужно к этому. Итак, 5-минутное большинство. Огромное большинство для Тюменского легиона. В прошлом матче забил Данила Ганин как раз во втором периоде, примерно ближе к середине, в ворот остальных лисов. И я отмечу, что именно при игре в формате 5-4 тюменцы действуют, по сути, не хуже, чем Талпар. По крайней мере, по этому сезону в среднем. Лазарев на синюю, Руденко. Подыщет вариантами, на него выкатывается соперник. Вновь Лазарев, перевод на синюю, Руденко. Данила Ганин. Резко меняет вектор своего движения. Адресует на синюю линию. Артем Руденко бросает очень сильно и не точно Лазарев, но Ганин зону закрыл. Обороняется четверка во главе с Пермяковым. Козев льда. Еще один бросок вновь от Лазарева и вновь шайба в створ не идет. Ганин. Пас вперед. В этом сезоне Ганин и Лазарев одни из лучших нападающих, в том числе по игре в большинстве. На двоих забили 9 голов в этом формате. Лазарев. Руденко. Вновь на Ганина. Данила принимает, бросает и все блокирует уфимцы. Движения мало было. Именно
движение в плане катания. Стоячий практически разыгрывали все. Есть такое, да. 3.30 еще остается на реализацию лишнего. Времени полно. За это время можно забить, причем неоднократно, а можно и пропустить, если играть вот так. Сергей Колесников с партнером организовали прессинг и чуть было в створ не попали. А у Кадеев добрался до чужой зоны. Илья Кацубайло простреливает ее вперед вдоль борта. Антонов. Так что это уже вторая спецбригада. Крайне важно закрепиться и сделать так, чтобы соперник очень долго оборонялся и тратил на это силы. Кацубайло бросает и прямиком в эмблему Талпара шайбу прилетает. Пока первый раз она дошла. Да, на первый раз дошла до створа. То есть два раза Лазарев, один раз в блок, второй раз мимо, потом с другой стороны. И там тоже не доходило. Ну, в общем, время есть еще. Но пока так себе. Это тоже так себе. Ну, здесь и бросок так себе. И передача тоже не очень. В принципе, этой фразой можно описать примерно всю предыдущую смену. Применительно и к этому моменту, и к большинству, и так далее. Но, возможно, сейчас что-нибудь после паузы поменяется. Появляется, кстати, пауза Пашнин. Пауза вот на ровном месте. Просто вот зачем игроки Талпара толкали там вот нападающего Тюменского легиона на собственные ворота? Вот я просто не понимаю, зачем реально они это делали. Ну, какая? Что? По инерции. Ну, ты всегда, когда человек на пятаке, пытаешься как-то им помешать, подтолкнуть и так далее. Вот и все. Вот, ну, у меня лишь одно объяснение. Они в итоге сдвинули ворота, в итоге в этом матче пауза, в итоге даже, ну вот если смотреть со стороны Талпара, Тюменский легион сейчас получает возможность отдохнуть, дать передышку лидерам. Это можно использовать как тайм-аут и так далее. Но выходят, кстати, не лидеры. Ну, я тебе просто говорю, что... Я понимаю твои рассуждения, да? К чему вот это вот все привело. Появляются игроки третьего звена у Тюменского легиона. То есть, по сути, это уже третья спецбригада на это большинство. Готова команда к продолжению встречи. И вбрасывание остается за тюменцами, но предупреждение. Еще разок повторим. Пока в этом периоде на точке лучше уфимцы. 5-3. Михаил Переседов, но на точке не он, разумеется, а другой форвард Семен Рубцов, который играет в этом сезоне с нашивкой альтернативного капитана. А вот Переседов – это уже, в свою очередь, капитан. Давайте продолжим. Что случилось? Я думаю, что там не могут на табло вернуть время. Несколько секунд назад. Да, видите, как бывает. Сказали, что нужно добавить сколько-то секунд, если я правильно услышал. Ну, возможно, по крайней мере, речь была точно про время. Других вариантов здесь, в принципе, наверное, быть-то и не могло. Наконец-то продолжается игра. Вбрасывание все-таки за Тюменью. Скурихин. Переводит ее на ближнего игрока. Вновь Скурихин принимает. Пас налево. Пока только один, всего-навсего один бросок был у тюменцев в этом большинстве. Евгений Грибанов. Скурихин. С трудом делает пас на левого игрока. Егоров вперед, вновь принимает. Где броски? Может, от синий Скурихин заряжает подставление, добивание. И нет второго броска. Был очень активен Лев Пашнин перед воротами. Тут же он подбирает шайбу. Грибанов принимает ее. Вновь пас под ворота. Еще раз Пашнин бросает. И очень близок Лев к своему первому голу в МХЛ. Нормальный розыгрыш пошел у Тюменского легиона. Два момента. Первый после щелчка Скурихина. Второй вот сейчас у Пашнина. Причем оба раза там были варианты продолжения и хорошего завершения. То есть пауза пошла пока на пользу именно Тюменцев. Егоров. Адресует ее вперед на Лазарева. Вот теперь же лидеры постепенно появляются, но контроля шайбы нет. В этом вся проблема. И менее 2 минут остается на реализацию лишнего. А ведь было в сумме 5. Вообще, возможно, это ключевой эпизод всего матча. Пока счет равный, да. Но 5-минутное большинство. Таким нужно пользоваться. Пока что в обороне играют тюменцы. Колесников накручивает шайбу, держит, прижимает ее к бортику очень осторожно, без нарушения правил. И только сейчас подбирает ее Владимир Крикунов. Пас за спину.
еще один вход в зону. Данила Ганин. С трудом, но все-таки он это сделал. Ганин ищет партнеров, находит визуально. Пас не пройдет. Да, конечно, не пройдет. Ну, был один неплохой отрезок чуть ранее, примерно минуту назад у Тюменского легиона. И до сих пор в целом пока серьезной остроты мы не видим. Но появляются лидеры. Бросок дальний от Руденко. Шайба улетает за пределы площадки. Что происходит? Ну, в плане на льду? Большинство, да. В большинстве. Ну что, видишь, какая-то бригада вышла нормально разыгрывать. Выходит другая бригада, и у нее практически ничего и не получается. Пятая минута уже к концу подходит этого большинства. Вот это нормально, смотрите. Там тут и переправление было, и пытался еще добавить Илья Ильин там с пятака. И потом еще был шанс. Но это только вот когда Скурихин на синий, у остальных хуже. Вот Милевин бросает, и вновь бросок заблокирован. Подбирает шайбу его партнер. Опять же, как я говорил, в предыдущем матче лидеры смогли забить во втором периоде в большинстве. Там была очень классная комбинация с участием Ганина и Лазарева. Меледин принимает шайбу, делает движение вперед, переводит налево. Еще один бросок от Егорова, но пока не самый острый. И шайбу выбрасывают уфимцы. Им остается обороняться всего-навсего 28 секунд. Мелочи. Антонов. В зону забрался, но не более того. Далее подбор за уфимцами, которые раз за разом выбрасывают шайбу. И их такая игра вполне устраивает. Так, и... Это, слушай, это, короче, прикол. Я походу, первый раз увидел это удаление. Ты про удаление вратаря? Да. Ну, то есть, я так понимаю, что это удаляют Громовика. Ну, по идее, да. И удаляют его за то, что он 3 секунды простоял за воротами. То есть, вот это правило я просто ни разу не видел. Но это касается всех игроков. Ну, естественно. Видимо, и правда удаляют Громовика за задержку игры. Вот я даже не считал, сколько секунд. Подожди, но... Ну, а возможно и нет. Может и нет. Ну, а что тогда за остановка была? Непонятная. Ну, видимо, передумали. Как вариант. Но я понимаю твои рассуждения, да. Это... Я просто, слушай, на Матч ТВ МХЛ не часто... Опа! У МХЛ правило есть, что за воротами нельзя стоять 3 секунды. С этого сезона. С этого сезона, да. Так просто кто вот смотрит сейчас хоккей, вдруг, ну, может не знать. И я подумал, что это реально удаление Громовика сейчас вот за это. Тогда возник вопрос, с чем же была связана остановка. Впрочем, ладно. Самое главное, что касается середины примерно этого матча, Талпар выстоял в 5-минутном меньшинстве. И Тюменский легион, за исключением, может быть, парочки набросов, попытки добивания, ничего создать толком не смог. Вот и все. Александр Комаров. Автор пока единственного гола своей команды в этой игре. Обеч-то все еще равны, и борьба при этом продолжается. Да, тюменцы не забили, но они постараются сделать это позднее. Тем более, что сегодня они смогли забить именно в формате 5-5. В большинстве пока игра не идет ни у кого. Ни 5-минутное большинство Тюменского легиона успеха не принесло, ни формат 5-3 у Талпара, который был еще по ходу первой трети. Можно играть. Напомню, что в прошлом сезоне Талпар выиграл вообще все 4 официальных матча между этими командами. И дома первая игра завершилась со счетом 11-0. Но опять же, Тюменский легион раньше и сейчас — это две немного разные команды. Сильная передача. Не прошла она сразу от Марзаганова. Но вбрасывает шайбу в зону его партнеры. Вопрецкий. Кстати, очень опытные вратари в заявке сегодня у Талпара. И Вопрецкий, и Кибо 2002 года рождения. То есть для них этот сезон последний на уровне МХЛ. Есть шанс пробиться в Салават, скажем, через Тарос. Что в последние годы многие ребята из системы уфимского клуба как раз и делают. И делают довольно успешно. Что мы наблюдаем в том числе в этом сезоне. Не прошла эта передача. Лазарев играет очень активно. И не позволяет сопернику быстро прорваться в чужую зону. Бабенко поднимает голову, ищет партнеров. Сам пошел, шайба отскочила с крюка у него. Ух ты, падение Лазарева очень несвоевременное. Но повезло, что Бабенко не смог здесь быстро шайбы распорядиться. Тут же пас в центр, неплохо. Нагибин, нет вне игры, проходит дальше Артем. Находит партнера, передача на Ганина. Там же Лазарев, продолжается борьба, но без броска. Все еще без броска, ведь до конца периода ровно 4 минуты. Как-то моментов стало все меньше и меньше в последнее время. Следует вброс.
3:45 тем временем еще играть. Крикунов подбирает ее первым. В этом сезоне Владимир Крикунов является одним из лидеров в обороне. И больше него среди защитников набрали только Руденко, причем с большим отрывом, и Шабалин. Комаров прошел в зону. Руденко играет персонально по нему. Комаров, оставление на партнера. Неплохо, есть шанс забить. Пошел дальше его партнер и бросал уже с очень острого угла. Булат Аксянов, еще одна атака, но здесь бросить не позволили. Вот так и целая серия моментов. И самое главное, что если у Талпары возникают моменты, по крайней мере в этом периоде, то, как правило, это эпизоды с бросками с пятака. То есть они очень опасны априори. Шейба доходит до синей линии. Еще один наброс, и отскок не самый лучший для ребят в зеленом. Я тебе так скажу, мы правильно разобрались в моменте с Егором Громовиком, но единственное, что это первый раз предупреждение. В чем дело? То есть в следующий раз, если он так выйдет, встанет, ну или кто-то другой, это будет две. Тут просто предупредили команду первый раз. Я думаю, теперь он запомнил. Кочеров пошел дальше, потерял равновесие, но вроде бы все чисто в итоге. Не смогли закрыть зону уфимцы. И атака 2 в 2 с подключением. Антонов, спинорамос неудобный, неплохо. Убирает шейбу его партнер Вадима Укадеев. Пас вперед вдоль бортика. Кацубайло вновь на Антонова. Пошла, по крайней мере, попытка организовать позиционную атаку. Но борьба активная, все еще в том же углу. Она остается за тюменцами. Не прошел пас на Кацубайло. В этом матче один из самых заметных по движению, да и по броскам, в принципе, тоже. Если брать лидеров Тюменского легиона в этой игре, то по 4 на счету Кацубайло и Руденко. Они лидеры. Ничего себе, Зятько бросает. И много было пространства, много времени. По сути, он им воспользовался, но... Он только... им не воспользовался, Антон. Ну, не забил. Антон. Я имею в виду, воспользовался с точки зрения броска. Ну, он бросил, но он должен был ногами добавлять и ближе к воротам приезжать. Настроение сегодня на трибунах городского дворца спорта в Уфе. Но по счету пока 1-1. Вот тот шанс Зятькова. Ну, он ногами вообще не добавил. Он, как, наверное, может, сначала порассчитывал на то, что там справа партнер поедет, он передачу сделает. Но в итоге, в общем, бросал издали, а мог бросать, ну, с более опасной позиции. Ну, а дальше Громовик и его игра, когда он был хорош там вот перед собственными воротами. Причем, я так скажу, что вот здесь... Видите, паузу выдерживал Аксянов, то есть он не сразу бросил, а вот все ехал, ехал дальше, дальше, ну и Громовик переиграл, конечно. Ну, в принципе, наверное, по такому моменту и Аксянов делал все правильно. Кадыров, подключение защитника, уходит за ворота Денис, поднимает шайбу выше, на партнера, вновь в угол, и вот так все по периметру, туда-сюда. Но контроль остается у уфимцев, и пока это главное. Кадыров вперед на Горшкова. Как-то пока мы не видим особо в этом периоде моментов при участии ведущего звена Талпара. Говорю про Переседова, Прибукова и Горшкова. Но, возможно, сейчас ситуация изменится. Пас на синюю не прошел, потому что здесь, по идее, друг другу помешали уфимцы. Минута 20 до окончания периода. Времени немного. Но на гол его вполне может хватить. Егоров с неудобной просто из зоны. Так что пока, что в первом периоде ничья, что во втором, по крайней мере на эту минуту, к последней минуте периода тоже ничья. Но так и 3-2 тем временем. Перевод Бабенко бросает, классно с кистей, вот только в створ Матвей не попал. Отвечает тюменцы. Данила Ганин, смещение, бросок в дальний угол, реагирует даже не вратарь, по сути, хотя наверняка он бы среагировал, а Денис Кадыров. Это защитник по сегодняшнему матчу первой пары. Бабенко. Не смог шайбу здесь на крюке сохранить Матвей. Но сделал это уже в нейтральной зоне, а затем и в своей. Сидоров в борьбе с соперником шайбу не удержал. 27 секунд. Все, что осталось у команд на концовку этого периода. Бросок в ближний угол от Лазарева и снесены ворота вновь. Причем вновь эти. Чего командам так, не хватает? Да подожди, ну чего не хватает? В каком плане? Для того, чтобы забить. Для того, чтобы забить. Да, не знаю, моменты-то есть у
Камон. Бывает, что игры и 0-0 заканчиваются. Да нет, тут нормально играют в хоккей. Нормальная игра. Да, шайб, может, немного, но моменты есть. Во втором игра поменялась. Вообще Талпар начал владеть инициативой. Потому что, да, первый период 18 минут за «Легионом». Ну, то есть вот такие моменты, видишь, начали появляться 3 в 2 и так далее. Вот Бабенко хорошо бросил-то. Но высота, опять же, прям в угол летела. И уже не первый раз, сегодня он бросает здорово. Ворота вернули на место наконец-то. Давайте закончим этот период. Примерно секунд 20-25 остается у команд. Вбрасывание в нейтральной зоне. Здесь Рубцов против Нагибина. Сегодня у Рубцова 3 из 5. Если говорить про Нагибина, он выиграл 4 из 9. Чуть похуже. Но здесь оказался лучше. Так что теперь у него процент 50. Все неплохо. Реагирует Бобриски на этот бросок из нейтральной зоны. Партнеры Шейба у него подбирают. Не проходит передача вперед. Колесников направо, а там никого. Только воздух сотряс нападающий Талпара этой передачей. Времени уже вряд ли хватит даже на один бросок. Что и происходит. Звучит сирена, которая фиксирует ничейный результат. И по итогам второго периода, если в первом отрезке было 1-1, здесь 0-0. Поэтому по итогам 40 минут игры по-прежнему ничья 1-1.
Талпар и Тюменский легион продолжают выяснять отношения уже второй раз в этом сезоне и впервые в Уфе. По итогам 40 минут матча счет равный 1-1 и смотрим на лучшие моменты второго отрезка. И на удаление, которое закончило в итоге игру для Ришата Хусаинова. Ну да, ну мы уже, в принципе, все сказали, но молодой парень, 16-летний, ничего бывает. Просто в следующий раз будет аккуратнее действовать, особенно против взрослых ребят, которые играют без маски. Вот. Но 5 минут большинства, я хочу сказать, что были так себе, моментов было немного. В общем, если в первом периоде помогло большинство, ну там 5-3, Талпару как-то вообще войти в игру, то вот эти 5 минут большинства на игру Тюменского легиона в целом не повлияли. Вообще ничего не изменилось, на мой взгляд, да. В целом в игре. Что до большинства, что после. Цифры по итогам 40 минут игры на ваших экранах. 21 бросок с каждой стороны. По сути, если брать в целом 40 минут, быть может, небольшой перевес на стороне уфимцев по моментам, именно голевым. Ну, пожалуй. Если же ты прям спрашиваешь, заставляешь меня сказать, то заставляю. Да, то... Ну, Талпара. Итак, впереди третий период. Посмотрим, чем команды удивят друг друга, а заодно и нас. Поехали. Артем Нагибин выигрывает первое вбрасывание в этом отрезке. Тут же следует пас направо. Он принимает шайбу вновь. Это уже Лазарев. Нагибин. Там же Переседов, там же есть еще один партнер. Но Лазарев очень активен. Перевод на синюю линию. Пас направо. Нужен бросок. Он есть с острого угла. Но Ганин тут же на пятак шайбу отправляет. Буквально секунд 12-15 команды сыграли. И уже хорошая потенциальная голевая ситуация возле ворот Талпара. Пока Бобрицкий надежен. Не самый лучший вход зона получился, потому что здесь и свой игрок помешался, да и чужой тоже. Поэтому перехват своевременный от Талпара, похоже на вне игры, да, там поторопился дальний игрок. А что он ногу поднял-то? Ну, как раз нужно было опускать ее, а он ее как будто специально, я не знаю, может, мне показалось. Или, мне просто, тоже показалось. Или он просто так равновесие терял. Ну ладно, момент, о котором мы говорили, да, хорошая комбинация, прям быстрая, четкая. Островато, конечно, чуть-чуть, ну, угол я имею в виду, но все было возможно здесь. Филипп Перепеков лучший. Я думаю, что Артем Батрак считает так. Отыграли команду несколько секунд в этом периоде, тут же идет пас налево. У меня есть свой фаворит в МХЛ. Я даже не буду спрашивать, кто это. Не надо. Это пускай останется в секрете. Выбрить. Шинаурин попытался здесь крюшкой сыграть, но борт не закрыл. Защитник тоже этого не сделал. Следует проброс. Кстати, впервые за долгое время Талпар пробрасывается. Вот я, наверное, с первого периода этого не припомню. Ну да, во втором так остановок-то было немного в целом. Да, период длительный получился, потому что был просмотр, но пробросов мало. Да это хорошо, когда мало пробросов, ребят, это значит, что, во-первых, игра, скорее всего, примерно равная, что здорово, да, когда она идет без преимущества какой-либо команды. Ну и это еще значит, что команды комбинируют, и, знаешь, ну, нет вот этих длинных передач. То есть из зоны выходят с контролем, а не через длинную передачу под чужую синюю и так далее. Это, мне кажется, всегда дает матчу темп. Но сегодня темп в целом неплохой. Перехватывая шайбу Эрик Гариев, оставляет на партнера. Тут же бросок, но похоже, что попала шайба не во вратаря, а в кого-то из полевых. Егор Егоров на скорости проходит, однако клюшкой здорово играет защитник. Пас налево. Подключение еще одного игрока, но передача не прошла. И скорости, возможно, не хватит Галиеву, хотя он прорвался все равно. Галиев еще и бросает в итоге. Отличная смена для 52-го номера Талпара. Кажется, он рановато шайбу пробросил мимо соперника. Там ведь ты вот так пробрасываешь от борта, и дальше забег на скорость. Но чем ближе ты приблизишься к сопернику, и чем позднее ты заставишь его развернуться, тем больше у тебя шансов будет спокойно убежать. Проигрывает вбрасывание Аухадеева здесь Рубцов. Тут же идет длинная передача и выбрасывают, выходит из своей зоны тюменцем. Пас на противоположный борт. Зятьков здесь пытается выиграть борьбу у Кацубала, еще одного соперника, именно у Антонова. Но финцы без проблем уже с другого борта шайбу забрали. Правда, пока из зоны не вывели. Вот только сейчас, и то не без труда. Кстати, чья-то клюшка там сломалась на выходе из зоны Талпара. Хотя вроде бы все пока с клюшками в зоне Тюменского легиона на сей раз находятся. Шабарин. Перевод под красную линию. И он был читаем, однако все равно пас прошел. Кацубайло на Ухадеева.
Аукадеев, но вперед. И неточная передача, хотя по мысли все вполне логично. Оттуда уже можно было вылезти на ворота, как-то обострить и так далее. Позади 2,5 минуты. Ух ты, это едва не потери. Едва потери не обернулась, и все равно забирает шайбу тюменцы. Не без труда, опять же, Крикунов на Нагибина. У него, кстати, видно, что была до этого нашивка с буквой А, но теперь ее нет. Сегодня Руденко, Лазарев, ассистент, и капитан – это Крикунов. Еще одна атака от команды из Уфы. Какая интересная спинорам получается у Артема Горшкова, но, по крайней мере, все равно даже так тюменцы смогли его остановить. Еще и бросок следует. Реагирует Богдан Лутрицкий. Лазарев пытается вылезти на пятак, пока его туда не пускают. Ганин. И ошибается в итоге тюменцы. Много борьбы, борьбы в углах и даже в центре площадки. Поэтому пока на старте этого периода моментов не так уж и много. Переседов. Принимающий его партнер и здесь спокойно покатил вперед. Вновь перевод на синюю линию. Бросок издали, подставление есть, не хватает добивания. Но попытки были. Однако вот здесь уже, кстати, как мне кажется, защитники сыграли у тюменцев очень строго. Даже близко не было добивания. Ну, попытки были. Вот и все. Марзаганов попытается наверняка вылезти на пятак. Не получается пока. То есть пока этого сделать. Пас на защитники, бросок и прямо, наверное, в шлем вратарю. Шайба это летела. Опять же, темп точно такой же, как и был раньше. Моменты создаются, но есть подозрение, что все-таки, может быть, чуть-чуть вот поменьше сейчас угроз будет, знаешь, таких более очевидных. То есть мы даже уже сейчас видим, ну, что это все броски. Это в основном броски издали, попытки там где-то на добивании может сыграть. Ну, вот как здесь. Скурихин бросал, и сегодня это уже далеко не первый бросок для этого защитника. Он добрасывает до ворот, кстати. Да. Постоянно. Вот, только хотел сказать. Принимает шайбу еще раз. Да, еще раз добросил. Посмотрите, там добивание. Продолжается борьба и целая серия бросков. Это, между прочим, не пустые слова. Это важный момент, потому что вы сами видели, и особенно на уровне молодежной хоккейной лиги это бывает очень так прям заметно, когда человек, ну, выкатывается и, ну, казалось, ну, все, ну, ты там, конечно, не забивай, но хотя бы угрожай нормально. А он вообще попадает там в ближнего, куда-нибудь в ногу кому-нибудь, и она не доходит до ворот. А вот Скурихин добивает куда надо. Вроде бы ничего сверхъестественного, но шайба всегда доходит до ворота, это главное. Антонов не успел за шайбой. Отвечают хозяева льда. Александр Комаров переводит налево. Сам же открывается, принимает. Пока без броска. Вот пас прошел. Но только Колесникову бросить не позволили. Кадыров налево. Комаров от синей линии. Шайба доходит до ворот. Это опасно. Отбирают ее тюменцы. Постепенно поехали меняться. А вот нападающий Илья Цубайло поехал в чужую зону. Напомню, что сегодня он поучаствовал в голе Антонова. Но записали там еще одного ассистента. Это Вадим Аукадеев. Колесников. Своевременная передача налево. Стянул на себя соперников и бросил в итоге партнер. Красиво. И едва это не привело к голу. Колесников на синюю. Шумилов. Тот на противоположный борт. Продолжается атака. Это по периметру разворачивается. Раз за разом Горшков принимает шайбу. Передача. Бросок низом. Опасный момент. Это уже был Михаил Переседов. Поддавливает Талпар. Давно, кстати, уже этого не было. По крайней мере, если брать отдельно взятый третий период. Лазарев не смог его остановить. И головой качнуло, это было видно. Руденко, перевод направо. Нужен бросок, он есть. Выприский раз, выприский два. И, возможно, третий бросок будет. Но без него это так разворачивается. И более того, шайба остается у тюменцев. Вот так команды обменялись буквально с интервалом, наверное, в секунд 15. Двумя хорошими атаками. Ну, Талпар свой момент прям, знаешь, заработал. Своими умениями. А вот тюменский легион, тут ребятам в какой-то степени повезло. Талпар очень плохо сыграл на возврате. Прям отвратительно вообще. Мне кажется, сегодня впервые мы говорим про плохой возврат Талпара. У тюменского легиона это было, у Талпара нет. Борисов. Короткая передача, Шинаурин. И вот так все с неудобной налево, еще левее. Слушай, ну ребят все равно молодые. Наверное, практически нереально весь матч-то. К тому же упорный матч провести, знаешь, таких без каких-то затмений в голове. Безусловно, это нормальное явление. Матвей Бабенко. Не самая точная передача и не лучшая по исполнению.
Тут же отбрасываются гости, проброса при этом нет, игра продолжается. Кадыров, но... Ну что, нарушение численного, наверное. Судя по всему, да, потому что других вариантов, как правило, здесь нет. Ну, это точно была отмена проброса, прям стопроцентная. Так, вот Горшков, классно, прям классно, резко. И, да, 6 полевых. И самое главное, вот здесь вот важно понимать, вот в ситуации, когда Горшков бросал, должно быть чувство дистанции. То есть ты иногда должен жертвовать, скажем так, метражом до ворот ради того, чтобы дать себе больше времени относительно защитника. И мне кажется, что Горшков очень четко вот там все понял и классно бросил. Мы вновь в эфире, а вот игрок с Талпара находится на скамейке штрафников. Нарушение численного состава было, и вновь большинство для Тюменского региона. Причем, кстати, на льду не ведущая бригада, а та, которая, мне кажется, как раз провела хороший отрезок по ходу пятиминутного большинства. И вновь Скурихин на синий. Егоров ищет варианты, но Скурихин тут бросает. Добивание напрашивается. Пашнин. Раз, второго не хватило, и подбор за Рубцовым. Курихин, смотри, и щелчком в касании, а это сложнее. Куда надо, как надо. Единственное, что там потом два игрока Тюменского региона, как мне показалось, друг другу помешали, но... Но он свою задачу сделал. Начало было, да, хорошее. Отыграли команды чуть более 7 минут в этом периоде. Хороший вход в зону на скорости. Ильин принимает шайбу, дает вперед. Вот Ильин. На синюю Скурихин еще раз и вновь до ворот. Вот только сейчас уже не хватило партнеров перед воротом. Егоров, Ильин. Вновь отыгрались здесь друг с другом эти партнеры по команде. Один защитник, другой нападающий. Скурихин приводит на противоположный борт. Бросок есть ближний, а там уже Выпринский. Все видит и контролирует. Кстати, незаметно уже больше минуты прошло в этом большинстве. Обороняться остается хозяевам льда всего-навсего 40 секунд. Но увидеть ли шайбы нет, видимо, сил не хватает. Хотя, по идее, скамейка-то ближняя. Теперь вышло. Да, касаться ее нельзя. Ну, а будет... ты вот зачем? Я тоже не понял. Ну, понимаешь, ну вот этим касанием ты делаешь брасни в своей зоне, ну просто. А ты не думаешь, что кто-то из ребят просто не знает такие нюансы правил? Не может быть такого. Бросок Грибанова хороший. Она прям в край плеча попала. Ну, а вот Курихин, смотрите, раз, и дальше вот здесь вот Пашнин, да, я был прав, друг другу помешали, то есть Пашнин-то бросил, но он попал в Лазарева, нет, даже в Ильина, ну, вот либо в одного, либо в второго попал, в общем, в своего. Лазарева не было на льду, в Ильина. Ну, так просто защитника на пятачке видишь, но с другой стороны, почему нет? Вот как раз сейчас, по идее, пятерка на Гибиной появляется на льду, Ганин здорово уходит направо. Делает передачу на партнера, открывается Лазарев, делает прострел на сей раз. Борьба на этом не закончена. Владимир Крикунов, Ганин уже подкатил, чтобы помочь партнеру. Но шайба вынесена из зоны, и большинство на этом заканчивается. Самое главное не напортачить вратарю, но вроде бы все в порядке. В полном составе играет толпа. Но, возможно, вот это большинство двухминутное получилось куда более продуктивным, нежели пятиминутное, глядя на все эти набросы в исполнении Ивана Скурихина. Еще раз вне игры. Ну, видишь, как здесь, мне кажется, оценил ситуацию просто Дмитрий Андреев и выпустил ту бригаду. У него же большинства, считай, и не было. Это одно удаление с одной стороны и два с другой. Другое дело, что одно пятиминутное. И он за те пять минут просто увидел, у кого шло, а шло вот там, где Скурихин. Хотя, так смотришь, ну вот, например, Руденко, у него 25 очков, у Скурихина 9. И по идее, ну... должен играть Артем. Как раз Руденко играет в первой бригаде, где Нагибин, Лазарев, Ганин. Но сегодня у них игра именно в большинстве пока не идет. Тренер видит это, чувствует и доверяет тем, у кого игра получается. Хотя по-прежнему со времен того самого гола Александра Комарова в конце первой трети до сих пор никто не забивает. Но моменты продолжают возникать.
Похоже на проброс, да. 10-55. Передач. Тут это ошибка в передаче просто, и все, ничего страшного. Вообще ничего страшного. 7 защитников доигрывает команда Владимира Потапова. Вообще не проблема. У всех было 8 плюс 12 тут перед стартом игры. Так что, да, получил Хусаинов пятерку и до конца. Отмечу, что в ближайшее время только выездные матчи Талпар будет проводить. Сначала отправится на выезд в Нижнекамск, матч с Реактором, затем Пермь с Молотом и так далее и тому подобное. Очень много игр будет, и домашние встречи ближайшие пройдут только в конце регулярного чемпионата, уже ближе к концу февраля, когда сюда приедут стальные рисы, сибирские снайперы и кузнецкий медведь. Не, ну, конечно, мне... Сейчас. Колесников обыгрывает, уходит шайба из-за ворота. Пас на партнера. Рубцов принимает, бросает низом, реагирует голкипер Егор Громовик. Момент хороший. Ну, а вообще, что я хотел сказать, кто бы что вот не придумывал, не говорил, но плей-офф – это март. Сегодня 17 января. Да, января, конечно же. А игр мало осталось. И 10 игр осталось. 10 игр и один период. То есть это очень мало. Это у Талпара, ну, конечно. Но 40 дней. Считайте, да, 10 матчей. В этом сезоне такой календарь, что количество игр в КХЛ увеличилось, а в МХЛ уменьшилось по разным причинам. Так что и правда, вроде бы времени еще до плей-офф много, полтора месяца, но игр осталось немного. Ну да. Что касается Тюменского легиона, то ближайшие планы у этой команды такие. Домашние матчи с авто. Красноярскими рысями будет по две встречи с каждой из команд, но затем вновь выезд. В принципе, учитывая, что играть с командами из Красноярска, затем с авто, все это, по сути, соперники по дивизиону, в принципе, можно брать очки. Особенно у авто важно их забрать. Позиционная атака от Талпара. Пас направо. Здесь Шумилов вроде бы шайбу задел крюком, но принять не смог. Продолжается борьба. Тут же бросок. И какое интересное решение принял здесь Данил Кочеров. По крайней мере, попытался, наверное, на эффекте неожиданности сработать. Белов. Пожалуй, впервые сегодня мы вспоминаем этого защитника. Он сегодня как раз в составе появился. Потому что наш пропускал. Не лучший пас по исполнению, однако борьба на этом не закончена. Вообще, по движению, по моментам, в целом Тюменский легион не уступает. Даже если взять, скажем, третий период. Шумилов посмотрел, ситуацию оценил, раскатывается его партнер. Постепенно меняются ребята в зеленом. Ух ты, силовой прием! Такой на грани, может быть, но силовой. В целом здесь все по правилам. Вне игры. Не увидел этого Колесников, поэтому уже по инерции покатил дальше к воротам. Ну, это вообще классика движения нападающего в центр. И, скажем так, бьющий игрок, он вылетает там чуть из-за спины. То есть вот Аксянов, он видит пока первого, он уходил от Борисова, но дальше-то Бобылев. То есть ты ориентируешься на первого, второго не ждешь. Опять же, ну это просто опыт, вот и все. То есть Хусаинов масочник. Полез туда. Аксянов. Хусаинов уже не играет. Да-да-да. Аксянов, масочник, полез в центр. Ну, получил, что поделать. Еще и пару заметно уступает, кстати. Что тоже было фактором, который привел к этому силовому приему. Мощному, но по правилам. Как и здесь, тоже целая серия столкновений. Остается играть до конца основного времени около 9 минут. Вообще, конечно, по такой игре овертайм вполне может быть. Но одна ошибка может все перечеркнуть. Последний раз овертайм был в матче между этими командами в декабре 2018 года. И как раз тогда была последняя на сегодняшний день победа Тюменского легиона над Талпаром. Любопытно. Ну, учитывая... Да нет, тут даже и думать нечего было про удаление. И вообще аккуратная игра от команд. Удаление Хусаинова 5-минутное, просто дело случая и опыта. Переседов. Дитков здесь нерасторопно сыграл. Тут же перехват соперников. Руденко бросает ее вперед. И смогли перехватить шайбу уфимцы, но ненадолго. Перехват. Гянин на ворота пошел. Шайба перед вратарем, но не за линией. Удаление будет. Я так думаю, что у Талпара. Ну, конечно, там за подножку. Ну, возможно, еще и в дальнейшем за грубость какие-нибудь обоюдные санкции. Ну, может быть.
Слушай, но момент-то Талпар, вот ты говоришь, ошибка, вот она еще одна. Талпар уже вновь в третьем периоде, и Талпар, ну, Талпар просто ошибается очень грубо при выходе из своей зоны и получает момент у своих ворот. Ждем решения судей, но я так подозреваю, что там тюменский регион будет играть в большинстве. Нет, там уже удалили, все. Вот смотри, вот сейчас вот тут ошибка, и дальше штраф вот тут сейчас на Гане не будет, вот она подножка. Но это фол вынужденный. Ну, ты знаешь, смотря как к этому всему относиться. Учитывая, что Талпар сам не вывел из зоны и сам подарил момент у своих ворот, ну, как бы фол-то... пришел из этой же оперы. Но, по сути, уже вариантов не было. Там ситуация голевая. Если брать завершение, то типа надо было фалить, да. Об этом и речь. Как-то долго мы вообще даже не говорили и не подразумевали, что Талпар сегодня может ошибаться собственноручно в своей зоне. Но в третьем периоде это уже вторая похожая ошибка. И на сей раз она приводит к удалению. Так что сначала команды штраф, теперь уже Михаил Переседов наказан за подножку. Вновь большинство для команды из Тюмени. Открывается Ганин, принимает. Пас вперед. Еще одна передача на Нагибина. Она не прошла. Но зона закрыта. Ганин. Руденко. Ложный замах. Бросок, рикошет. Опасно реагирует Зубрицкий. Здесь тоже через ложные замахи пытаются смутить соперников игроки Талпары. В принципе, они делают все неплохо. Вход в зону. Данила Ганин. Попытался на Крикунова шайбу оставить. Она не прошла. Порядка 40 секунд уже хозяева льда оборонялись. Но и пас направо. Лазарев возвращает его. Там рикошет. Рикошет неприятный, однако готов был к этому Вуприцкий. Руденко. Смещение вперед. Бросает сам и бросает в створ ворот. Ну, почему бы не бросить? Крикунов на пятачке. Высокий парень. И бросок был такой, знаешь, на уровне колена. Самая неприятная высота. Ну, для меня, во всяком случае. Или, ну, мне так казалось. Хотя, не, может, чуть повыше, но вот... это другой момент. Ранее. Это чуть раньше было. Вот это переправление очень хорошее, когда шайба меняет высоту полета. Это, мне кажется, еще опаснее, чем когда она в сторону уходит. Пошла уже вторая минута этого тюменского большинства. Пас на синюю линию. Появляется следующая бригада. Миледин. Добивания нет. Подбор с уфимцами есть, которые с трудом шайбу выводят из зоны. И более того, там еще и падение. Вопрос, что будет по итогам этого момента? Это интересно, конечно. Удаление. Мне интересно прозвище вот у Ивана Миледина. Какое-нибудь такое светское. Наш прям очень нравится ему фамилия. Так, ну а у нас, собственно... еще один штраф. Это штраф у тюменского легиона. Свою минуту в большинстве не так-то плохо провел тюменский легион. Побросали, поатаковали, но дальше все тот же Иван Миледин. Две минуты за подножку. Причем ситуация, когда если бы он был последним и он фалил, ну я понимаю. А так партнеры-то, в принципе, его подстраховывали. И не было там чистого выхода в ноль. Поэтому мог, наверное, и не фалить. Выигрывает вбрасывание хозяева льда и быстрый бросок. Довели шайбу моментально до открытого нападающего, и тот бросал. Комаров пытается уйти от двоих соперников, но его не пускают дальше. Игра в формате 4-4. Комаров здорово ушел дальше. Комаров пошел на ворота, бросил низом, среагировал вратарь. Такое плохое завершение. А так все смотрелось изначально. Вау. Потенциально, да, красиво. В итоге не убрал на неудобную, не подбросил, низом попробовал. Ну ладно. Денис Кадыров. Вернее, это уже даже не Кадыров, прошу прощения, а Эрик Галиев. Именно он прошел вперед и позволяет партнерам поменяться. Сейчас, кстати, еще и большинство впереди уфимское на протяжении более чем минуты. Егоров. Руденко. Передача Егоров с неудобной, добивание. Опасный момент в игре Выбрицкий. Ну, вообще, Талпар третий раз уже грубо ошибся сейчас у своих ворот. Вот только что. Рубцов назад, Переседов.
Есть шанс одним голом все эти ошибки уфимцев перекрыть. Вот просто разом, но нужен гол. Шумилов. Налево. Вновь сам Василий Шейба это принимает. Пермяков. Прострел без подставления. Ну, возможно, касание и было, но шайба не пошла в сторону ворот. Шумилов. На ближнего отдает. Далее Рубцов. Продвигается к бортику. Там уже шайба примагнично оказывается в результате передачи партнера. Силовая борьба. Она, разумеется, не заканчивается ни на минуту. И выбрасывают шайбу тюменцы. 25 секунд остается на реализацию лишнего. Возможно, расчет, как и в первом периоде, если помнишь, был розыгрыш, когда только выигрывают сбрасывание, тут же бросок. Выигрывают сбрасывание, бросок. Сейчас, в принципе, то же самое. Хорошая передача в исполнении Артема Горшкова, который эту атаку начинает со входа в зону. Горшков принимает вновь. И уже в полном составе после появления Меледина играют гости, следует бросок вновь, но он не голевой. Ну, момент был вот... Да, вот смотрите, вот сейчас Комаров. И хотя вот отсюда видно, почему он так сделал. То есть место было, но все равно игроки вот до этого, когда его же партнеры, ну, правда, Комаров защитник, видишь, в чем дело. Его нападающие, там, Пермяков, Переседов, они вот прям вылезали, и там было намного больше угрозы, чем вот ты просто бросаешь отсюда. Плюс ко всему он еще леворукий, то есть у него даже зазор был крайне маленьким для попадания в створ. Он еще и забил сегодня. Уже лимит исчерпан, видимо, на голы для не столь забивающего защитника. Борется за чужой лицевой линией уфимцы. Шайбу более того даже отбирают. Это уже Марсель Чайхутдинов. Оставляет на синий. Прострел вперед. Меледин. Неточная передача, но вторая попытка будет, и она более успешная. Кацубайла. А Ухадеев. Оставление на Антонова. Бросок Кирилла. Реагирует Выприцкий. 4:20 до окончания третьего периода. Пока равный счет. До сих пор равный счет. То есть, по сути, у нас счет был неравным буквально на протяжении 2 минут сегодня. Да, мне кажется, тут статистику даже смотреть, за исключением штрафных минут, там тоже везде будет плюс-минус ровненько. Пока 36-30 по броскам в створ. Лучший гость. Ну, считай. Ну, у Тюменского легиона было большинство в минутах. Побольше. На точке цепляются тюменцы за эту шайбу. Крайне важное вбрасывание, однако они его проигрывают. Но вообще, мне кажется, ситуация такая, что в принципе овертайм и тех, и других устраивает. Потому что очки нужны и тем, и другим. Команды не конкурируют в одном дивизионе. Ну да, в этом поэтому плане, да. Я думаю, что если будет овертайм, то в целом эти и другие довольны. Силовой прием. Без проблем. Отбирает шайбу Шумилов. Так скорее просто прижал к борту оппонента. Однако Егоров не выключается. Но все равно Шумилов выводит шайбу из угла. Сам атака начинает. Открывается. Однако до него она уже не идет. 3:42. Ну, сейчас, конечно, да. И так и уже... И зоны просто аккуратненько выводит. Там он и Толпар выкидывал вообще 30 секунд назад. Ну, так что то, что ты сказал, оно, наверное, так и есть. Хотя... Мог, конечно, успеть и закончить так-то в основное. Потому что, как мы видим, иногда какие-то забвения у ребят, и там просто неожиданно оп, и момент из ничего берется. Давай скажем еще и о том, что чисто теоретически эти команды могут встретиться в плей-ин. Потому что прямо сейчас по потерянным очкам Талпар не в зоне плей-офф, а в зоне плей-ин на шестом месте. И как раз Тюменский легион претендует, ну, наверное, прежде всего на третье место. То есть, в принципе, это вполне возможно. Неточная передача при попытке выхода из зоны чужую. И пока что на льду, кстати, у тюменцы ведущее звено во главе с Нагибиным, по краям которого Ганин и Лазарев. Сидоров принимает шайбу, бросает с острого угла. Интересное решение. Вот, наверное, даже такими бросками в конце матч выиграть вполне можно. Хотя сегодня в целом оба вратаря, что Луприцкий, что Громовик, действует очень достойно. Кадыров, падение, чисто все было здесь. Подбирает шайбу уфимцы вновь, а вот теперь уже, видимо, не. Там, конечно, большой хитрец Матвей Бабенко. Он мало того, что сбил человека, который был без шайбы, так он еще и сразу на скамейку полез. То есть, вот прям реально по ходу движения
Ну вот посмотрите, и это удаление за грубость. Вот сейчас у борта будет. То есть вот Бабенко раз, видите, он специально, он еще локоточек выставлял. Это молодец, что увернулся на самом-то деле Лазарев. Ну, зря. Игры может стоить. Это многовато брака пошло у Толпара в третьем периоде. Я думаю, что именно поэтому не добивает Владимир Потапов. Получается, это третье удаление за третий период для Толпара. Итак, большинство за 2.45 до конца третьего периода. Такой шанс выиграть матч. Причем выиграть его именно в основное время. Илья Кацубайло. Меледин. Постепенно пытается открыться и нападающий в центре площадки. В центре чужой зоны, имею в виду. Кацубайло вновь. Принимает шайбу, бросает. Это был прострел даже, скорее всего, в направлении Алхадеева. Но пас не прошел. Отмечу, что и Андрей Шабалин, защитник, тоже активно играет на дальнем пятаке. Закрывает зону Меледин. Переводит на левый борт. Кацубайло, Меледин. Пока все по этому борту. Бросок, шайба приходит в соперника и выбрасывает ее Бабенко. Очень странный бросок, когда перед вратарем никого не было. То есть зачем его Меледин наносил, я объяснить не могу. И вот, кстати, на вторую минуту появляется ведущая бригада. Посмотрим, что получится у этих ребят. Егоров. В зону вошел, но шайбы его лишили. И довольно быстро смогли выбросить ее от тюменцы, вернее, уфимцы из зоны. Вот тюменцы уже в чужой, однако без контроля пока. Корякунов закрыл зону. Крайне важный момент. Сражается Ганин. Руденко направо. Лазарев принимает ее. Удержал. Это тоже важно. 35 секунд. Артем Руденко направо. Открывается слева и Егор Егоров. Как раз именно он принимает шайбу. Нападающий под 62-м номером. Руденко направо. Ганин. На Руденко наброс. И вот здесь уже был трафик, но в выпрыске все видел и поставил игру на паузу. Ну да, это нормальный бросок. И учитывая, что там большинство заканчивалось, уже нужно было атаковать. Да, ну игра перед вратарем, это вообще, знаешь, такая история, как если она вот у вас есть, то вы обязательно заиграете в хоккей на высоком уровне. То есть не факт, что вы там будете прям... Ты имеешь в виду в контексте игрока конкретно? Я, да, и конечно. Потому что вот сейчас, да, вроде два человека на линии броска, но оба отходят, и в итоге Выприцкий все видит. А некоторые, ну мы знаем, они могут так встать перед воротами, что и не сдвинешь, они и не отойдут, и не дернутся, а вратарь ничего не увидит. Дмитрий Яшкин, например, а еще и забьет потом сразу. Да, есть такие игроки, и правда, это серьезное преимущество для любого хоккеиста. Кстати, большинство еще не закончилось. Там секунды примерно 2-3 оставалось. Так что в теории выиграть вбрасывание, быстро сделать передачу и бросить. Как эмоционален на скамейке Дмитрий Андреев. Но он понимает, что сейчас буквально, по сути, для его команды плей-офф, наверное, уже начался. Вот сейчас нужно, конечно, выигрывать все матчи. Все возможно, учитывая то, как Тюменский легион играет в последнее время. Забрали шайбу уфимцы, и все-таки они играют в полном составе. Трижды уже удалось Толпару выстоять в меньшинстве в третьем отрезке. Александр Комаров. Хорошее катание. Останавливается за воротами и дальше выкатил вперед. Комаров из своей зоны. Ничего себе, даже в створы. Кстати, там шайба скакала. Она подпрыгнула. Не удивился, если он смотрел на Кутейкина. Лазарев, смещение налево, бросок, рикошет от клюшки Шумилова. Именно Василий шайбу это подбирает. Но потом потерял партнер. Последние 10 секунд. Сидоров на ближнего игрока. Похоже, что будет у нас овертайм. Впервые за несколько лет в этом противостоянии мы увидим овертаймы вновь именно на уфимском льду. 1-1 было после первого периода, после второго и после третьего. Авторы голов — Антонов и Комаров. Короткая пауза впереди, но скоро вернемся.
Друзья, мы вновь в Уфе. Сегодня здесь играют Талпар и Тюменский легион. Пока что счет равный 1-1, и впереди овертайм. Давайте вспомним лучшие моменты основного времени. Ну или может только голы? Так-то там уже овертайм, по идее, просто должен начинаться. По моим подсчетам примерно. Ну ладно, это мои подсчеты и моя экспертиза по голу Кирилла Антонова. Под себя убрал, немножко поменял, скажем так, точку, с которой он наносил бросок. Это стало, ну, это чуть усложнило ситуацию Богдану Выприцкому. А по шайбе, которую забил Александр Комаров, ну, здесь не пойми что, просто в обороне у Тюменского легиона. Сегодня такие моменты случались несколько раз у Тюменского легиона, несколько раз у Талпара. Но вот Талпар за это не был наказан, Тюменский легион наказали. И, как мы видим, вот эта ошибка, она там была очень грубая. Возможно, стоила вот прям победы в основное время. Пожалуй, да. 39-31 по броскам в створворот, но здесь нужно сделать еще учет на то, что было много большинства в третьем периоде у команды из Тюмени. Играли несколько раз в овертаймах эти команды в текущем сезоне. Это 12-й овертайм для тюменцев и 10-й для Талпара. Отмечу, что команды проигрывают крайне редко. 3 победы у Талпара, в 5 случаях все решалось в серии буллитов, 1 поражение. У Тюменского легиона результаты 2-7-2, то есть 2 победы, 7 ничьих и 2 поражения. То есть, в принципе, учитывая, что часто команда играет ничью, возможно, и здесь они рисковать не будут. Слушай, ну еще раз, я вот прям похвалю Тюменский легион. Вот просто послушайте, команда 4 последних матча играла против Чайки, Лока и Стальных Лисов. Лока 76. Ну, естественно, они же на Востоке. И Тюменский легион, да, 3 поражения, но... Все 3 матча закончились с разницей в 1 шайбу. И сегодня закончится в любом случае. В любом случае, да. Но тут может быть еще и победа. Итак, начинается овертайм. Постепенно раскатываются уфимцы. И шаг за шагом перебираются в чужую зону. Оставление на Горшкова. Хотя он в итоге сам шайбу пропустил. Я так понимаю, кстати, 3 форварда на льду у Талпара. Это вся первая тройка. Горшков, Переседов и Пермяков. Такое интересное решение. Но видел я такое у Шинника. 2 раза чуть не пропустили. Ну, посмотрим, кто здесь будет зону закрывать. В итоге перехват Лазарева вместе с Ганином. Кстати, как раз у гостей-то есть защитник. Это Артем Руденко. А вот Лазарев пошел вперед. Слева поддержка у него есть. Лазарев убирает его под себя. Бросать не дают пока. И скорости ему тоже не хватило. Вот Лазарев поехал на того, у кого клюшка. Ты езжай на того, у кого клюшки нет. И будет полегче сразу. Хоккейная истина. Вот, кстати, защитник появился. Я однажды бросил из-под человека, который без клюшки. Я, по-моему, приехал, мне Олег Браташ сказал, ты что, совсем что ли? Говорит, он же без клюшки. Ты, говорит, просто обыграй его. Олег Браташ ерунды не скажет. Да. Комаров на ближнего игрока. Семен Рубцов. Итак, по центру пошла атака от Талпара. Перевод налево. Комаров еще раз пытается обыграть. И как же он сегодня заметен? Понятное дело, что игрок опытный, но все равно огромный объем катания, и, как правило, он помогает даже впереди. Колесников. Оставление. Семен Рубцов бросает в дальний угол на месте вратарь. Но Колесников. И, кстати, Аухадеев вот так откатывается из своей зоны, чтобы в случае чего быть первым на отскоке. Или, скажем, на передаче из своей зоны. Это перехват тем временем. Егор, смещение. Ищет партнеров, а там никого. В Семенец поехали. Как раз, да, еще и пас неточный, но благо как раз... Выскочил Евгений Грибанов, и он, в принципе, никуда не спешил. Как и теперь не спешит тоже. Грибанов оставляет на Сеню. Егор Егоров. Шабалин. Сколько Егоров и Егоровых в молодежной хоккейной лиге, я уже просто со счета сбился. А еще и Илья Ильин есть. У тебя нет, вот именно Егоров и Егоровых прям очень много. Серьезно, ну 4 минимум. Это тренд. Грибанов. На ближнего. Шабалин. Егоров подкатывает туда же. И вся шестерка полевых. И у каждой из команд по 3 человека все сместились на один борт. Борьба при этом продолжается. И позади уже половина овертайма. Пока, по сути, без серьезных угроз. Разве что один бросок увидели. От Колесникова. И на этом все. Грибанов. Все отправляются туда, в уголок. И забирают шайбу уфимцы. Покатили они в чужую зону. Сидоров. Передача и рикошет. Самому надо было. Ну, видно же было, что не проходит, да и догоняли партнера. Открывается, кстати, Эрик Галиев. Возможно, этого не видел партнер и бросал в итоге сам Горшков. Подкидка на Александра Лазарева.
скорость есть, время тоже. Пас не самый лучший, это потеря, но партнер должен подстраховать. Артем Руденко вновь шайбу принимает. Он в этом сезоне в овертаймах не забивал. В отличие от Абрамова, например, который уже здесь пока не играет, а у Хадеева. То есть победа вообще крайне редкое явление. И, по сути, из тех, кто есть сегодня в составе, только Аухадеев